Семья Цяо в уезде Ци является представителем шансийского купечества. Родоначальником легендарной семьи был Цяо Гуйфа. В молодости он открыл лавку по продаже фуража, продавал доуфу, ростки бобов. Благодаря усилиям трех поколений его семья стала богатейшей в районе. Цяо Джи Юн был внуком Цяо Гуйфа. Он с детства любил учиться и читать. В юности уже получил ученую степень Сю Цая. Однако в годы правления императора Дао Гуана, когда Цяо Джи Юн еще целиком отдавался учебе, глава семьи, его старший брат Цяо Джи Гуан, оказался при смерти. Эта новость нарушила покой его читальни. Цяо Джи Юну пришлось сделать выбор – поступать на государственную службу или заниматься торговлей. По мнению шансийцев, заниматься торговлей куда актуальнее, чем поступать на государственную службу. Торговцы из провинции Шанси господствовали в коммерческих кругах 500 лет. Кто хорошо успевает в учебе, тому обеспечен успех в торговле. Это стало для них общепринятым правилом. Говорят, в храме Конфуция в провинции Шанси висел огромный иероглиф «Куй» без верхней черты. Этот иероглиф означает «главный». Только тот, кто выходил победителем на экзаменах, имел право дописать эту черту. Но в течение 500 лет, в период династии Мин и Цин, из провинции Шанси не вышел ни один победитель. На развилке дорог молодые люди выбирали торговлю вместо госслужбы. Цяо Джи Юн мечтал дописать верхнюю черту в иероглифе Куй. Цяо Джи Юн родился в 1818 году. Родители умерли рано. Воспитанием его занимался старший брат Цяо Джи Гуан. Из-за допущенных ошибок в торговле Цяо Джи Гуан нанес огромный ущерб семье. Глубоко сожалея и переживая, он заболел и больше не выздоровел. При смерти он попросил своего талантливого брата ни в коем случае не бросать семейный бизнес, созданный усилиями трех поколений. Взвесив выбор между своей мечтой и семейным бизнесом, молодой Цяо Джи Юн выбрал последнее и возглавил четвертое поколение купцов семьи Цяо. Крупнейшим предприятием семьи Цяо была лавка Фу Шангун в городе Баотоу. Цяо Джи Юн, пожалуй, не имел достаточно опыта, чтобы управлять Фу Шангун, но он неуклонно следовал принципам «честность всегда важнее прибыли» и «получение прибыли только честным путем». Хотя Цяо Джи Юн только начал заниматься коммерческой деятельностью, но эти принципы помогли ему не только избежать ущерба, но и расширить семейный бизнес. Натуральное масло из кунжута в продуктовом магазине Цяо продавалось по справедливой цене и пользовалось большим спросом у жителей Баотоу. Однако, как только бизнес начал процветать, на рынке распространились слухи о том, что масло Цяо испорчено. Цяо Джи Юн подумал, что слухи пустили конкуренты. Но, проведя тайное расследование, он с удивлением обнаружил, что жадный до прибыли работник магазина подмешал в масло горячий отвар из проса. В то время такого рода обман встречался нередко среди магазинов. Цяо Джи Юн разгневался. Он уволил недобросовестного работника, а остальным приказал опубликовать заявление о том, что обманутым покупателям деньги будут возвращены в полном объеме, а поддельное масло будут продаваться по цене керосина. Такое решение, хотя и нанесло огромный ущерб, но завоевало магазину репутацию. Это стало отправной точкой коммерческой славы Цяо Джи Юна. С
Создание сети розничных магазинов под общим управлением было стратегией шансийских торговцев. Это помогало им расширять бизнес, снижать риски, диверсифицировать и специализировать производство. На основе магазина Фушенгун Цяо Джиюн один за другим открыл филиалы Фушеншуань, Фушенсе, Фушендинь и другие. Создал крупную коммерческую сеть под названием Фу, монополизировав торговлю в городе Баотоу. До сих пор существует поговорка: прежде чем возник Баотоу, появилась лавка Фушенгун. Город Баотоу был местом слияния агрономии и скотоводства. Здесь продавали лошадей, коров, овец северных пород и южное зерно, масло, соль, чай и железные изделия. Из Баотоу Цяо Джиюн расширил сеть магазинов до внутренней Монголии, затем до Пекина и Тяньцзиня. Цяо Джиюн умел использовать людей в соответствии с их качествами и был добродушен к ним. Такой режим разделения права управления и права собственности, найм управляющего приказчика способствовали преодолению ограничений семейного бизнеса в купечестве Шанси, расширению масштабов торговой деятельности и стабильному контролю качества. Ма Сюнь, второе имя Гунг-фу, работал батраком в одной из лавок семьи Цяо. Он был умным, способным, но неграмотным. Цяо Джиюн считал его преданным, верным и талантливым человеком. Не следуя шаблонам, он назначил кунг-фу старшим приказчиком. Вследствие этого в городе Баотоу заговорили о головокружительной карьере Ма Гунг-фу. Но Ма Сюнь не обманул ожиданий Цяо Джиюна. Бизнес лавок под его контролем процветал. Цяо Джиюн стал свободным хозяином, смог искать новые коммерческие возможности, планировать дальнейшее расширение семейного бизнеса. Лавка Дадэсин на родине семьи Цяо в уезде Ци провинции Шанси занималась продажей чая и шелка с юга. Хотя торговля в Баотоу и в уезде Ци приносила огромную прибыль, но проницательный Цяо Джиюн, хорошо изучив обстоятельства, обнаружил новую цель – меняльная лавка. Первая меняльная лавка в Китае называлась Жи Шэн Чанг. Она располагалась на улице Си-да-дзе уезда Пиньяо провинции Шанси и была основана примерно в третьем году правления императора Дао-гуана, то есть в 1823 году. Прежде чем появилась меняльная лавка, торговцы из разных мест поручали фирмам, осуществлявшим охрану безопасности для людей и имуществ, перевозить платежное серебро. Но такой способ требовал немало времени и сил, и, кроме того, был опасным. Семья Цяо не раз подвергалась нападению разбойников. Вследствие этого шансийские торговцы, опираясь на доверие народа, стали осуществлять расчет в бумажной форме, менять серебро на переводные вексели, таким образом сочетая торговлю с финансами. Так и появились меняльные лавки. Лавки были безопасной и удобной формой для хранения денег. Они изменили тысячелетнюю структуру торговли в Китае. В 1841 году завершилась опиумная война. Император Дао-гуан никак не мог собрать контрибуцию в размере 6 миллионов лянов серебра за 7 дней. Вдруг из Шанси до столицы донеслась новость.
что за несколько дней лавка Жи Шаншанг собрала деньги на контрибуцию и уже переслала в Пекин. И император Дао Гуан восхищенно заметил: «Вот это Жи Шаншанг, и впрямь по всей стране деньги переводит». Эти слова императора «по всей стране деньги переводит» стали убедительной рекламой меняльной лавки Жи Шаншанг. Принес вексель издалека, тут же десятку тысяч серебром получил. Так отзывались люди о скорости работы меняльных лавок в Шанси. В годы молодости Цяо Джиюна меняльные лавки были новинкой. Без крупного капитала к этой сфере доступа не было. В то время по всей стране было только 5 меняльных лавок. Самой крупной являлась Жи Шаншанг. У нее было всего 7 филиалов. Более того, эти лавки не работали со средними и мелкими клиентами, так что их влияние было ограничено. Простым торговцам приходилось перевозить тяжелое серебро, когда они торговали на выезде. Они по-прежнему подвергались риску грабежа. Цяо Джиюн, давно уже торговавший по всей стране, жаждал и перевода денег по всей стране. Проявляя осторожность, он не торопился всесторонне преобразовывать свое предприятие. В годы правления императора Сяньфэна он настойчиво развивал торговлю чаем и шелком в лавке Да Де Син в качестве основы. Затем добавил финансовые операции, открыл меняльные лавки и ломбарды во многих местах в стране. Это стало началом торгово-финансовой истории семьи Цяо. В 10-м году правления императора Гуанцюя, то есть в 1884 году, обладая крупным капиталом, пользуясь хорошей репутацией, Цяо Джи Юн решительно преобразовал Да Де Син в денежную лавку Да Де Тун. Вместе с тем он открыл денежную лавку Да Де Хэм. В течение нескольких десятков лет после основания Жи Шаншанг торговцы Шанси одну за другую открыли более 40 меняльных лавок. Эти лавки имели более 600 филиалов в Китае и за границей. Их ежегодный оборот составлял сотни миллионов лянов серебра. Чем Да Де Тун и Да Де Хэн отличались от других 40 меняльных лавок? Янь Вэйфань был управляющим фуджоуского филиала меняльной лавки Вэй Чанхоу, основанной в уезде Пиньяо. В Шанси он считался гением среди тех, кто занимался меняльными лавками. Однако он тайно использовал 100 тысяч лянов серебра филиала, чтобы материально помочь своему другу, военному чиновнику, подняться по карьерной лестнице. В головном предприятии его поступок осудили. Хотя тот чиновник и выплатил кредиты и проценты по нему, но сам Янь Вэйфань чувствовал напряженность в отношениях с головной лавкой Пиньяо и решил уйти с должности. Обычно, если репутация управляющего меняльной лавки оказывалась запятнанной, он уже не мог и занимать этот пост. Услышав эту историю, Цяо Джи Юн обрадовался. Он посчитал, что это подарок с небес. Цяо Джи Юн был уверен, что после увольнения Янь Вэйфань обязательно навестит родственников на родине в Шанси. Всего две дороги вели к селу, где жила семья Янь. Поэтому Цяо Джи Юн велел двум сыновьям ждать Янь Вэйфаня на обеих дорогах с паланкинами, которые несли 8 человек. Две группы ждали несколько дней, в конце концов дождались. Янь был тронут. Молодой человек посадил Янь Вэйфаня в паланкин, а сам сопровождал его верхом на лошади, сказав, что исполняет волю отца. Янь пришел в умиление. Янь Вэйфаня тут же назначили на пост управляющего меняльной лавки Да Де Хэн. Также ему дали привилегированные акции. Тогда большинство купцов Шанси приняли режим стимулирования акциями за счет вложения рабочих сил.
Владелец распределял акции между работниками в зависимости от их опыта, должности и внесенного вклада. Яй Вэйфайн только делился прибылью с владельцем. Ему не нужно было терпеть убытки. Такие условия не просто представляли значительный материальный интерес, но и считались почетными. Тридцатишестилетний Янь Вэйфань был умен и сдержан, хорошо знал свое дело. Чтобы отплатить за милость Цяо Джиюна, он отдавал все свои силы работе. В течение 26 лет, после того, как Янь Вэйфань возглавил Дады Хан, лавка процветала день ото дня. Каждый процент акций приносил от 8 до 10 тысяч лянов серебра дивидендов. Янь Вэйфань внес огромный вклад в развитие семейного бизнеса Цяо. Гао Юй, управляющий меняльной лавки Дада Тун, некогда был батраком. Цяо Джи Юн также назначил его на должность старшего приказчика в порядке исключения. В 1900 году, чтобы скрыться от объединенной армии 8 государств, императрица Цыси и император Гуан Сюй спешно обратились в бегство на запад. Перед отъездом сопровождавший их академик государственной канцелярии Гуй Чунь сообщил эту новость своему другу, управляющему лавки Даде Тун Гао Юй. Гао Юй тогда сделал самое выгодное в своей жизни капиталовложение. Он отремонтировал Даде Тун, чтобы принять императора и императрицу уезде Ци, а также одолжил им 100 тысяч лянов серебра. Вернувшись в Пекин, Цыси щедро отблагодарила за оказанную ей помощь. Высочайшим указом официальное жалование военных в провинциях Шаньси и Шэньси должно было теперь поступать в меняльную лавку Цяо. Остальные провинции, отправлявшие деньги в столицу, также должны были переводить их в чьи шаньсийские меняльные лавки. Когда империя Цин находилась на закате, семья Цяо и шаньсийские меняльные лавки, наоборот, достигли апогея в своем развитии. Цяо Джи Юн изначально не стремился к торговле. Он ведь хотел полностью посвятить себя учебе, но, наконец, стал выдающимся коммерсантом провинции Шаньси, получил широкую славу, его звали богачом. Хотя в глазах соседей и уездных чиновников он был богачом, но для известного сановника поздней эпохи Цин он стал братом. Во времена правления императора Гуан Сюя Цзо Цзунтан усмирял мятеж в Синьцзяне. Меняльная лавка Цяо проводила все финансовые операции, связанные с военными расходами. Усмирив северо-западный Китай, Цзо Цзунтан по пути в столицу заехал в уезд Ци специально навестить Цяо Джи Юна, сказав ему: «Мой брат давно вас слышал». После этого над парадными воротами в усадьбе семьи Цяо повесили парные надписи, которые начертал сам Цзо Цзунтан. Также на воротах усадьбы семьи Цяо появились парные надписи, начертанные другим влиятельным сановником Ли Хунджаном. Когда Ли Хунджан формировал Бэйянский флот, меняльные лавки Цяо Джи Юна, Даде Тун и Даде Хан пожертвовали 100 тысяч лянов серебра. Столь крупные пожертвования правительству помогли Цяо Джи Юну установить отношения с влиятельными чиновниками, что принесло огромные коммерческие возможности во время смуты. Предприятия Шаньси составляли свод мелких счетов ежегодно и раз в 4 года проводили учет по крупным счетам. Владельцы встречались со старшими приказчиками в первый день после праздника весны. В аккуратно прописанных расчетах четко располагались колонки прибыли и убытков. Достаточно было раз взглянуть, чтобы понять, какой дивиденд получит каждый акционер. Цяо Джи Юн всегда вкладывал большую часть дивидендов в капитал.
На профессиональном языке это называется удвоить капитал. Это помогало семье Цяо всегда оставаться в числе первых по финансовой мощи среди владельцев денежных лавок в Шанси. Цяо Джи Юн осуществил свою мечту переводить деньги по всей стране. Однако примерно в 50 лет он вдруг решил расширить и реконструировать жилище своих предков, в результате чего усадьба семьи Цяо сохранилась для потомков. Причиной реконструкции этой усадьбы обычно было увеличение числа семьи. На самом деле большую роль в этом сыграли внутренние беспорядки и внешняя агрессия. Именно поэтому дом Цяо Джи Юна был похож на бастион. Усадьба семьи Цяо занимает более 8700 квадратных метров. В ней 6 больших и 19 малых дворов, 313 комнат, однако все они составляют гармоничное целое. Говорят, что Цяо Джи Юн интересовался философией даосизма. Даже в случае войны он мог спокойно сидеть в зале Цзай Джунтан в усадьбе, решая проблемы предприятий разных городов, контролируя коммерческую сеть по всей стране. В старости, отойдя от дела и передав бразды правления своим потомкам, Цяо Джи Юн провел остаток своей жизни в этой, глубоко скрытой за высокими стенами усадьбе. Он читал книги, учил детей, вспоминал молодые годы, он наставлял потомков, чтобы они почитали честность и доверие превыше прибыли. Он занимался благотворительностью. В 3-м году правления императора Гуансюя из-за серьезной засухи в Шанси половина населения погибла. Он оказал большую помощь для ликвидации последствий стихийного бедствия. Если кто-то строил школу или женское училище, Цяо Джи Юн активно им содействовал. У императорской семьи был запретный город, а у народа – усадьба семьи Цяо. Хотя усадьба семьи Цяо не является крупнейшей в провинции Шанси, но она сохранилась в первоначальном виде. Усадьба семьи Цяо хорошо сохранилась до наших дней. С этим связана и легендарная история. Год, когда объединенная армия 8 государств вошла в Китай, Юйсянь, генерал-губернатор Шанси, убивал сотни иностранцев. 7 итальянских монахинь бежали из города Тайюань, дошли до уезда Ци. Цяо Джи Юн, подвергаясь риску и противостоя правительству, укрыл монахинь в семейном хранилище серебра, затем перевез их в возе сена до провинции Хэбэй. Итальянское правительство подарило государственный флаг семье Цяо за его благородный поступок. Неожиданным стало то, что спустя примерно 40 лет именно этот флаг спас семью Цяо. В 1938 году японцы напали на Шанси. Семья Цяо повесила тот итальянский флаг на входе. Увидев союзный флаг, японцы не ворвались в усадьбу. Другие же усадьбы шансийских торговцев были разграблены японцами. Усадьбу Цяо, находившуюся в 7 километрах от усадьбы Цяо, грабили целый месяц. Только золото, серебра и имущество нагрузили целых 40 повозок. Семья Цяо была богата и скромна. В течение 200 лет эта семья ни разу не организовала торжеств. В ней существовали строгие семейные правила. Запрещалось принимать наркотики, брать наложниц, мучить слуг, играть в азартные игры и пьянствовать. Эти правила ограничивали поступки потомков и обеспечивали гармонию в семье. Цяо Джи Юн так воспитывал потомков. Только бескорыстие несет в себе великую справедливость. А благодаря великой справедливости человек достигает больших успехов. С людьми нужно быть щедрыми, не допускать никаких излишеств личной жизни.
Сяо Джи Юн сам также сделал парные надписи. Лучше самому стремиться к славе и прибыли, а не просить у другого. Во всем надо опираться на собственные силы. Лучше дорожить хлебом, а не богатством, надо ценить счастье. И эти надписи были повешены на воротах внутреннего двора усадьбы, как наставление потомкам. Однако за высокими стенами усадьбы империя, сотрясаясь, приходила в упадок.经商没有完成，从农耕文化向工业文化的转变。具体来说呢，也就是没有从封建的商业资本转变为现代的产业资本，没有从封建社会的金融形式票号转向现代的金融形式银行，这是他们失败的根本原因。 1907 году Цяо Джи Юн скончался. 4 года спустя вспыхнула Синьхайская революция. Кредиты на сумму 7 миллионов лянов серебра, выданные в рухнувшей империи денежными лавками Шанси, уже не вернул никто и никогда. Многие лавки становились банкротами. Остались только 4 меняльные лавки Даде Тун, Даде Хэн, принадлежавшие семье Цяо, и Сандин Юань, Да Шан Чуань, принадлежавшие семье Чин. Даде Тун была последней меняльной лавкой в Китае. Она прекратила существовать в 1951 году. Мама!